Всем привет! Меня зовут Николай, и сегодня я хочу показать, сколько же нужно реального времени, чтобы получить Ронина Кенши седьмого слияния. Это видео является некоторым повтором, я уже парочку таких загружал. Ну, думаю, все, кто его посмотрят, у них сразу же отпадет вопрос, где берутся у меня персонажи из испытаний, как они оказываются седьмого слияния. Все просто. Обычно я, конечно, таким маразмом не страдаю и делаю это раз в недельку. Но сейчас ради эксперимента хочу и сам узнать, сколько же понадобится времени, чтобы откатиться 6 раз назад к версии 1.2.1 и вернуться обратно к 1.5.0, чтобы получить Ронина Кенши седьмого слияния. Что ж, приступим. Для этого нам нужен смартфон, прямые руки, рут и инструкция, которую я добавлю в описание. Сохраняем игру, удаляем игру. Копируем нашу папочку для кэша. Копируем кэш 1.2.1. Устанавливаем игру 1.2.1. После двух испытаний на нормальной сложности и на высокой сложности, как там странно написано, сложная сложность. Такой у нас прекрасный перевод, что даже не смогли правильно описание для Кенши сделать. Запускаем. Значит, получил я его дважды. Первый раз без слияний и после уровня сложности сложная. Получил второго кенши и стал он у меня первого слияния. То есть нужно еще 6. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Все верно. Эту процедуру надо повторить всего лишь 6 раз. Для тех, кто не имеет рут, я так понимаю, есть возможность и каждый раз откатываться к 1.2.1. Я надеюсь, на смартфонах, у которых нет рут, хотя бы возможность устанавливать приложение есть. И каждый раз проходить тренировку, загружать свой VB Play профиль. Ну, тут все нормально, у нас выбрасывает, так как у меня там стоит, по-моему, Ронин Кенши, его в этой версии даже не было. Все, первый пункт прошел. Далее обновляем к 1.5.0 и запускаем. Возможно, какие-то сбои у нас будут во время работы. Бывает, игра подглюкивает, не всегда запускается. Открываем. Конечно, с одной стороны, да, читерство. С другой стороны, всего лишь баг. Или даже не знаю, как это сказать. Баг, не баг, возможность. Откатился к старой версии, установил новую, откатился к старой, установил новую. Никто ничего не меняет, никакими, чем там ломают, не знаю, лаки-патчерами. Короче, ничего мы в потрохах игры не крутим. Никакие значки там в 16-битном коде ничего не меняем и т.д. и т.п. Откатились, обновились. Кто боится получить бан, мы проходим мимо. То же самое касается и рутификации вашего аппарата. Запускаем. Получаем клинок. И получаем Ронина Кенши. Он у меня был первого слияния, как видите. Стал второго.
Ну, по поводу неправильного перевода, ну, это в нашем стиле. Плюс 30 к атакам в бою с мастерами единоборств. Ну, имеется в виду против мастеров единоборств. Что-то, кстати, у меня видео, я заметил, что не показывает все, что я делаю. Не знаю почему, но почему-то кратковременно прервалось. Ну, тем не менее, первую процедуру мы выполнили. Скажем так, заходим на второй круг. То же самое. Удаляем игру. Устанавливаем 1-2-1. И еще так осталось 5 раз делать. Приношу извинения, я немного заболел, так что тяжело мне говорить, чтобы не срываться на кашель. То же самое с неправильным описанием у нас и у Эрона Блэка. Имеется в виду урон против спецназовцев, а написано как будто урон, если спецназовцы у него в отряде. Ну, не знаю. Был бы какой-нибудь простой способ играть в английскую версию без смены языка интерфейса всего смартфона. Хотелось бы. Ну, не хочу переходить на английский язык во всем смартфоне. Пока играю на русском, периодически в интернет заглядываю, как же там оно по-нормальному написано. Вот сегодня открыл описание Ронина Кенша, а там четко написано «versus мастера», а у нас написано «с мастерами». Много там опечаток, тот же самый, кто там у нас, Джейсон Вурхис дважды, типа дважды воскрешает, а в действительности всего раз. Так. Главное не сбиться, сколько раз я это сделал. Процесс идет еще быстрее, когда я, ну, не разговариваю, молчу, не пишу, не проверяю, идет ли запись, а как робот нажимаю. Тогда можно еще быстрее все это выполнить. Вперед. Для тех, кто клинок Сенто получил первый раз, естественно, и хочет десятое слияние, естественно, тому нужно эту процедуру повторить 9 раз. Не 6, а 9 раз, чтобы добить и максимальное слияние на экипировку. Да, игра могла бы, конечно, грузиться и быстрее, но даже не представляю, как оно на более слабых устройствах. Есть у меня планшет на базе платформы Intel. Там совсем все печально. Грузится долго, тормозит, просто слайд-шоу. Конечно, можно воспользоваться было багом, например, пройти испытания на смартфоне, потом включить на планшете. Все на форуме 4PDA есть. Народ пользуется, по 4 раза проходит это испытание, получает кэнши. По 3-4 раза, по-моему. Ну, мне легче откатиться к 1-2-1 и не мучаться. У меня там так безбожно тормозит, что у меня нервов не хватит для прохождения. Вот, кстати, снова вижу, картинка зависла, но сейчас у меня апаются Ронин Кенши до третьего уровня слияния. Странно, что оно зависает. Очень странно. Вот сейчас я выйду с игры, и оно должно ожить. Вот раз, и ожило. Странно. Непонятно, почему не видно, но не будем в это дело сильно углубляться. Итак, дважды мы это уже провернули. Осталось еще 4 раза. Удаляем. Копируем все, что нужно. Заметил, зависает в момент анимации слияния. Странно. Ну, это всего лишь плагин Google Chrome. Конечно, можно транслировать каким-нибудь более
крутым способом, но я особо не заморачивался. Первое, что под рукой было, тем и вывел изображение. Можно было бы прямо со смартфона писать, но я не стал, так как слишком много мне придется свайпать, перемещаться по менюшкам. Не хочу, чтобы микрофон это все записал, все эти шорохи. Так, какой это у нас раз? Это уже третья загрузка. Ну, как видите, все достаточно скучно. Скучно и монотонно. Оптимально этим заниматься где-нибудь в парке. Я этим занимался, к примеру, когда первый раз узнал о такой возможности. Было скучно, на улице плюс 36 или 38 в тени. Я был в парке, гулял с дочерью. Прочитал об этом способе Кату 1.2.0 или 1.2.1 в основной ветке на форуме и решил попробовать. Теперь без геморроя можно его получить и забыть на месяц до следующего испытания. Так, обновляемся к 1.5.0. Считаю это не читерством, но бага юзанием, скажем так. Так же, как покупки в версии 1.3.0, меня никто не ограничивает. Какую версию хочу играть, в такую играю. Он в старых версиях, если в четверг запускать, тогда же эти денежные четверги есть. Даже испытания на деньги доступны. Вот эти турниры, кто помнит, кто их застал. Их почему-то упразднили, цену подняли на паки. Спокойно откатываемся к 1.3.0. В 1.5.0, к примеру, копим души. А в 1.3.0 покупаем, что нам надо. За 120 душ. Тоже с одной стороны нечестно, но с другой стороны не используйте. Так, я реально сбился какой-то третий раз или четвертый. Ладно, будем, короче, пока Кенши не станет седьмого слияния делать. Наверное, это все-таки третий раз. Сейчас у вас снова зависнет в момент анимации. Анимацию можно пропускать, если тапнуть по экрану. Вот, я тапнул по экрану, и вы заметили, что встал у меня четвертого слияния и не зависло в момент анимации. В следующий раз буду тапать, не давать этой всем этим искрам разлетаться. Может, бедная программка не успевает. Так, сохраняем, удаляем, создаем папочку, ложим кэш, устанавливаем. Так. Восстанавливаем данные, запускаем. А здесь бы на рабочем столе у меня смотрелась какая-нибудь картинка с Mortal Kombat, но почему-то нет. Так, это, по-моему, четвертый раз. Четвертый раз сейчас красиво выбросит на рабочий экран. Вот видно, что в кэше 1.2.1 еще не было этих персонажей. И он просто на месте персонажа, нет текстур.
Так, и снова ставим 1-5-0. Никто не заставляет это делать сразу же. Многие боятся сразу же получать максимальное слияние, так как вдруг забанят. Можно раз в недельку делать, там, по-моему, 19 или сколько дней оно длится. Достаточно долго длятся эти испытания. Я, к примеру, испытание Люкана проходил долго, так как у меня была всего одна Девора серебряная, и я не хотел души тратить на ее восстановление. Поэтому я раз в день, как вспомню, зайду в последнюю башню, потрачу все ее души, чи не души, а всю энергию, и до следующего раза. Сейчас, конечно, есть все персонажи, поэтому я, к примеру, прошлое испытание, уже не помню, кто там был, Джейсон Вурхис, я всего одну душу тратил. Чтобы не ждать, всего одну душу тратил. Главное так удачно рассчитать, сразу же внимательно посмотреть, в какой башне кто нужен, где Ермак, где спецназ, чтобы хватило персонажей до конца и не загружать повторно. Так, я реально потерялся. По-моему, четвертый раз. И версия 1.5.0. Стоит, конечно, постучать по дереву. Давно у меня уже не зависало на картинке с Sub-Zero. Надеюсь, и сейчас все хорошо загрузится. Ну, что-то он задумался. Ну, такое бывает. Бывает, в смысле, зависает. Да, по-видимому, уже затянулось время ожидания. Вот как раз об этом я вспоминал в самом начале. Ну, проверим, не помогло им. Не помогло. Ну, ничего страшного, запустим второй раз. Даже так, стоит чуть больше подождать. Бедняжка завис совсем. Что-то моему смартфону стало плохо. Где тут наш Mortal Kombat? Главное не забыть, на каком мы сейчас шаге. Так, ну дадим ему еще секунд 10. И нажмем открыть. Там главное дать ему время выгрузиться с памяти, так как этот белый экран постоянно будет. А ну. Все, отлично. И это при отличном Wi-Fi соединении. А, например, в том же парке с городским Wi-Fi, который даже не представляю, на какой он там скорости вещает. Нереально просто это выполнять. Пишет нет соединения, но тем не менее все прокатывает. Хоть и пишет, что нет соединения, повторите, но этот фокус также работает. Ну, еще более тормознуто. Да, загрузочки у игры, конечно, серьезные. Так долго у меня ни одна игра не грузится. Ни Асфальт 8, ни Растения против зомби 2, ни Need for Speed. Какой там уже забыл, No Limits. Это самая долго загружающаяся игра. Ну и, конечно же, она просто раскаляет смартфон. Так, я снова тапнул по экрану, чтобы не смотреть анимацию. Все, уже пятое слияние. Осталось два раза. Как всегда, все просто. Не знаю, почему так много... Ага, удалить забыли. Забыли удалить. Удаляем игру. Не знаю, почему так много вопросов в форуме. Вроде бы все подробно в инструкциях я описал. И уже два видео было на эту тему. Это третье. И
что-то не получается у людей. Ну, скорее всего, от того, что не хотят читать и следовать инструкции. Вроде все настолько просто, что проще некуда. Так, восстанавливаем данные, запускаем. Все, осталось дважды нам это выполнить. Конечно, для всяких там маньяков, кто не хочет взламывать, но хочет много душ, можно этим страдать да хоть весь день. Когда достигнете максимального слияния у Ронина Кэнши, можно и дальше этим страдать. И Кэнши просто будет продаваться. И Кэнши, и его клинок. Не знаю, сколько он там в душах стоит. Ну, судя по отзывам, боец он неплохой. Думаю, 44 и не меньше он будет стоить. Возможно, туда приближаться к Китане и Кэсси Кейдж, которые стоят по 48 и 49. А может и все 50 потянет, но я еще не видел. Я только вчера прошел последние испытания на высокой сложности. Не было времени заниматься. Но у меня, если честно, просто напрягает вся эта операция. Видите, как долго мы делаем это слияние, но тут потерпеть можно. Сделать максимальное слияние и забыть еще на месяцок. Ну, конечно, можно же этим способом и души копить, но реально это долго и напряжно. Это, я не знаю, должен быть чем-то ты занят таким, чтобы отвлекаться на смартфон каждые 10 секунд. И чтобы был интернет. А с мобильным Mortal Kombat совсем плохо дружит. Как-то там через раз запускается на этих 2G, 3G, 4G. Даже с Wi-Fi иногда тормозит его. Так что не знаю. Ну, это на любителя. У кого есть время, может и пострадать. Я это уже читал, эту заставку, много раз. Ничего там интересного нет. То, что нельзя это пропустить, тоже раздражает. Ой, что-то я не то сделал, походу. А, или я уже запутался. Я уже... А, так это уже у меня шестая волна. Я заговорился, уже не помню, сколько я раз эту процедуру выполнил. Так все, один раз остался. Ура! Ура, товарищи, последний раз. Сохраняем, удаляем. Копируем папочку. Перемещаем кэш. Устанавливаем 1.2.1. Надеюсь, там на компьютере успевает, так как на смартфоне я уже в Titanium бэкапе. Все, ждем, когда он установится. Все, последний раз, отлично. Раз, восстановить, только данные, открыть. И то время потратил на перезапуск, когда зависло 1.5.0. Что-что, не удалось? Что-что-что тебе не удалось войти в сеть? Не удалось войти в сеть? Мало того, что ему не удалось войти в сеть, еще и картинка зависла. Даже не знаю, стоит ли мне еще раз перезайти в игру. Восстановление данных, последняя была операция. Странно это все. Надеюсь, все прокатит, так как ждать еще раз что-то не очень хочется. Надеюсь, все-таки сеть есть.
так как если мы это сделали в офлайне, то фокус не удастся. А, мы сейчас здесь должны заметить. Если что-то не так, он здесь напишет, что нет сети. Уже видно, что как-то некорректно. Так он долго думает. Уже что-то некорректно. Нет, не было заставки, если мне память не изменяет. Что-то не так. Что-то не так. Я так понимаю, интернет-соединение есть. Это просто Mortal Kombat его потерял. Проверим. Да, все работает. На всякий случай выключим Wi-Fi. Так, Mortal Kombat запущен, это понятно. Так, включим Wi-Fi. Как мы его проверим, что действительно Wi-Fi не потерян? Зайдем на Synoptic UA. Ваше подключение, да, понятно. Неудачный. Неудачный. Пример Ануконфи. Все, интернет есть. Не знаю, что ему не так. Интернет есть. Последний раз как... А, я это уже делал. Последний раз затянулся. Ё-моё. Ну, последний раз он трудный самый. Почему-то Mortal Kombat потерял сетевое подключение. Ну, ладно. Так, загружается 1.2.1. Не знаю, во сколько я сел делать эту запись. Сейчас 15.14. Наверное, полчаса я уже мучаюсь. Ну, это из-за таких сбоев. Поэтому я и говорил, чтобы... Прошу прощения. Чтобы было не так напряжно. Раз в недельку этим заниматься. Или там в 3-4 дня. Так, чаще меняйте персонажа. Ну, понятно. О, то, что мы должны были увидеть. Так, бросаем кэш. Устанавливаем. Аж настроение поднимается, зная, что это последний раз. Хотя, наверное, предпоследний. Хочется же знать, сколько стоит кэнши, да, скриншот сделать. Я же там себе веду коллекцию цен продажи персонажей максимального седьмого слияния. Сколько же они стоят? Сколько же можно выручить, когда он попадется тебе? В какой же это он раз должен попасться? Восьмой или девятый раз? Когда он девятый раз попадется, сколько же он стоит? Так что, наверное, рано я радуюсь. Ну, еще разок надо будет. Все это провернуть, ну, потерплю. Странно, что здесь такая картинка размыта. Даже на весь экран я пробовал его разворачивать. По-любому лучше не становится. Это Visor. Visor. Такой плагин. А, он еще в статусе бета. Visor для Google Chrome. Так. Ну, момент истины. Так, нажали. Тут я тапаю. А, он уже, кстати, давно продается по 5400, не обращал внимания. Ну, надеюсь, у вас сейчас во время анимации не зависнет. Я не буду прерывать. Вот, не зависло. Вот и все. Ронин Кенши седьмого уровня слияния. Красавчик. А, зависло. Ну, вы увидели седьмого уровня слияния.
Все, я вышел с игры. Вот и конец. Кто хочет, дальше может не смотреть, а я еще разок проверну эту операцию, гляну, сколько он там стоит в душах, сделаю скриншот. И на этом сегодняшнее мучение Mortal Kombat закончим. И моего смартфона. Так, я уже запутался. Резервную копию сделал. Деинсталляцию сделал. Кэш бросил. Игру установил. Так. Вот так-то. Надо будет потом глянуть, сколько это заняло в минутах. Ну, со всеми моими зависаниями и пропаданиями интернета немножко это растянулось. Ну и плюс то, что я разговариваю, а не как робот это все просто перебираю, тоже немножко теряется время. А то можно было еще быстрее провернуть. Добро пожаловать. Да, Google Play так конкретно изменился. Это, кстати, Play игры меня приветствовали. Ну, а вообще, Google Play, там что-то такое в нем после последнего обновления. Вроде народ говорит, что уже взломать нельзя, но не знаю. Я взломом особо никогда не занимался. Один раз поставил Lucky Patcher для того, чтобы сделать русификацию для Fallout Shelters, по-моему, она называется. Пока еще не было обновления 1.2, то я с сайта Zone of Games русификатор устанавливал. А Lucky Patcher'ом это делал, потому что хотел, чтобы ачивки работали. Но потом, после обновления к 1.2, даже сама Bethesda Softworks уже сделала русификатор. Так, только не зависни. Только не зависни, Sub-Zero, я тебя прошу. Сколько раз ты у меня зависал в этих версиях 1.2.0, 1.2.1 и тому подобных? О нет, только не это. А, кстати, что интересно. Не, вот сейчас, наверное, зависло и не проканает. Нужно заново повторить процедуру, только данные. Делаю таким извращенным способом, чтобы он его сам с памяти выгрузил. Вообще, может прямо во время вот этой заставочки выбросить, то синхронизация где-то делается раньше. Возможно, вот уже сейчас идет синхронизация с серверами. Я проверял, можно даже, вот если вот прямо сейчас нас выбросило, можно 1.5.0 установить и получим и кэши. Ну, как-то сейчас боюсь рисковать, я уже на всякий случай всегда дожидаюсь, пока заставку самого Mortal Kombat не вижу, это лобби или как его назвать, главный экран Mortal Kombat. Вот и какое-то седьмой раз оно взяло и зависло. Снова теряем время. Так, это пропускаем. Кстати, картиночка у вас зависла, а у меня сейчас все, у меня уже выбросило меня на главный экран. Бедно это... Программа для Google Chrome уже не справляется с трансляцией. Ну ладно, потерпи еще немножко. Нужно какую-то альтернативу найти, но я, правда, не часто со смартфона на экран что-то передаю. А вот этот раз действительно последний. Я так понимаю, разработчик этого добра фирма Monotype, ну не Warner Brothers, издатель, движок и какая-то Monotype. Все права защищены и все такое. Интересно, какой это Unreal Engine, 4 или 3? Ну, скорее всего, 3.5. Ох и долго это колечко бегает. В 1.5.0, как вы видите, у меня нет никакой заставки.
Я ее выключил. Видео где-то я заливал, как это сделать. Итак, надеюсь, у вас тоже все будет видно. Клинок. 46 душ. Ну, красавчик. Делаем снимок мне в коллекцию. Вот и все. Это тут у меня 7 раз мы эту процедуру сделали, 7 раз как будто я что-то открыл. Но это с консольных, когда консольные персонажи синхронизируются, ну, в моей ачивке с консоли, то они тоже здесь появляются. Именно вот такая строчка там была. Ну, это такой глюк. Ну вот и все. Потратил я немало времени на это все. Конечно, можно и побыстрее. Для тех, кто хочет таким, скажу по правде, извращенным все-таки способом заработать души, милости просим. Конечно, 46 душ. Я даже не знаю, стоят они. Ну, разве что раз там в день или в 2 дня такое делать, может и стоит заморачиваться. Но, к примеру, страдать весь день. Ну, уж лучше в войнах фракций посражаться. Там сейчас, наверное, целая куча этих ронинов. Как в свое время Джейсоны были, как в свое время Эрон Блэк. Ну что ж, ребята, желающие могут продолжать дальше этим страдать. Кто хотел 7-го слияния, получил. Ну, что могу сказать? До встречи в войнах фракции и надеемся на новые костюмы. Тут как хитро они делают. Если в полноценной консольной версии это всего лишь костюмы и у каждого 3 стиля, то в мобильной вот как они исхитряются. Этих Кенши уже 4 штуки вместе с серебряным. Этих то же самое с Джаксами, если память не изменяет, их уже... Сколько этих Джаксов уже? Джаксов 2 серебряных и, по-моему, даже 3 золотых, если я ничего не путаю. Джаксов целый вагон, Джейсона уже 2, ну и там Саб-Зиро 3, ну посмотрим, что дальше будет. Ну что ж, всем пока-пока, все, уже не буду дальше затягивать. Давайте, до встречи в войнах фракций, мой ник Фростник, вон вы там видите. Почему так странно написано? Ну, потому что нельзя писать ник Фрост, а через теряю не очень хотелось. Я сейчас в драконах, так что, может быть, встретимся. Покедова.